состоялось заседание Совета по развитию добровольничества. На повестке дня основные направления и перспективы развития волонтерского движения. Подробнее Рифат Фаткулин. Добрые дела, как и добрые сердца, трудно поддаются статистике, но цифры все же есть. Сегодня в республике действует свыше 1600 организаций, которые объединяют почти 50 тысяч добровольцев. Чувашия занимает 11 место в России по количеству зарегистрированных волонтеров. Они ежегодно организовывают и проводят более 1000 акций, проводят патриотические проекты, помогают пожилым и больным детям, участвуют в спортивных праздниках-субботниках. Без них не обходятся образовательные и реабилитационные программы. От вашей активности, от вашей целеустремленности будет зависеть ваша перспектива. Но президент России, вы знаете, тоже поставил задачу, что в 2024 году не менее 20%, вернее, точнее, граждан должны быть вовлечены в добровольческую деятельность. Пошагово, если будем правильно работать, мы добьемся этих показателей. Будущий год памяти и славы посвящен 75-летию Великой Победы. Волонтеры по-прежнему будут оказывать поддержку ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения. Знакомство с военной историей страны будет проходить в разных формах. Одним из ярких примеров является проект «Воинская память Чувашской Республики». В рамках проекта формируется открытый информационный ресурс солдата Чуваши. Пользователи интерактивной карты могут использовать ресурс для виртуальной экскурсии и получить сведения об объектах муниципальных районах и городских округов республики, а также отдать дань памяти воинам, пройдя маршрут в реальной жизни. В этом году в республике на базе Центра молодежных инициатив начал работу ресурсный центр добровольчества. Это многофункциональное пространство, где общественники и волонтеры получают информационную, методическую и консультационную поддержку. Первое важное задание, которое выполнил центр – мониторинг добровольчества в сфере образования. Здесь трудится почти 18 тысяч волонтеров. 20% вовлеченных занимаются экологическим волонтерством, в основном это экологические акции наших муниципалитетов, 14% социальное волонтерство вовлечены. Также мы выявили, что и недостаточные направления, которые развиты в Чувашии. Например, количество волонтеров в сфере поиска пропавших людей у нас всего около 4% от общего количества. Волонтеры Победы, активисты поисковых отрядов, волонтеры-медики. Лучшие из лучших получили заслуженные награды. Помогать окружающим, не требуя ничего взамен, может каждый из нас. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.